Всех приветствую. Биткоин наконец-то у нас определился, в какую сторону он хочет пойти после такой долговременной продолжительной проторговки. И выбрал он волну С. Давайте уберем ненужный вариант. Данный сценарий отменился. И что нас сейчас здесь ждет? Прошла волна А, прошла волна Б. И сейчас у нас продолжается волна С. Мы лихо так пришли и пробили предыдущий лой, как и предполагалось. Зацепили расчетную зону. Все ли на этом у нас? Давайте глянем у нас 30-минутку, чтобы поближе взглянуть на данное движение. Что мы здесь наблюдаем? Волна 1, 2, предположительно 3. Сейчас мы в коррекционной четверке. И нас еще ожидает одно снижение в рамках волны С, после которого можно будет уже искать разворотные какие-то паттерны на дальнейшее движение наверх с перебитием данных хаев в районе 65. Но пока об этом говорить рано. Стоит брать во внимание, что мы минимальную цель выполнили, стопы здесь собрали, объемы хорошие получили. Если рассматривать данное движение на дневках, то здесь также отличный divernal long, и это еще одна хорошая штука на то, чтобы продолжить движение наверх. Давайте промерим наши волны, еще раз убедимся. Волна C, да, она на своем месте. Вот ее расчетная зона. Если мы здесь у нас получили 5 волн, здесь 3 волны, и по классике здесь должны получить также 5 волн. Это, конечно, очень очевидный вариант с еще одним снижением, поэтому могут и отсюда развернуть наверх, но я думаю, все-таки структуру должны дорисовать и свозить еще раз, собрать стопы. Давайте посмотрим здесь. Если это была волна 1-2, то тройку мы прошили. Здесь, конечно, мы еще четверку не завершили, но даже если допустить такое, что четверка у нас совершилась здесь, и мы дальше вот выше еще не пойдем корректироваться, то расчетная зона вот она. Ну, то есть вот у нас две расчетные зоны, уровень сопротивления, все совпадает. Вот в этой зоне нужно будет искать лонги. А что дальше? Дальше, предположительно, это была четвертая волна, и нас еще ждет пятая наверх. На нее будем смотреть уже после того, как здесь получим какой-либо разворот. Давайте посмотрим теперь эфириум. По эфириуму еще немного здесь из дивергенции продлили волну 3. И в этом случае расчетная зона коррекционной волны вот здесь. Немножко она также сместилась. Мы ее пока не зацепили. Есть факторы какие-то минимальные, что это четвертая волна по индикатору, если судить. И здесь также ожидается. Здесь пока никакой структуры не вырисовывается. Ну давайте здесь сейчас кисточкой чисто отмечу. Здесь будет либо что-то типа треугольника и пойдем дальше, еще волну одну допилим, либо здесь зигзаг нарисуем и пойдем дальше волну дорисовывать, предположительно пятую в тройке. Ну, либо если биток не захочет еще раз корректироваться, то можно и отсюда пойти наверх. В любом случае это лонги, оптимальная зона коррекции вот она. Пока движение стремится именно сюда. По эфириуму вот такой прогноз. Смотрим Ripple. По Ripple лой мы не обновили. И здесь пока такой определенности нет. Здесь даже еще сохраняется вариант с треугольником. Вот такой. А, Б, С, Д, Е и наверх. Есть и такой вариант. По Ripple мы сильно вниз не пошли. Также и с движением наверх актуально. 1, 2. Вполне возможно, это волна 2. Ну и можем пролиться в волну 3. По Ripple здесь сложнее. Здесь намного больше вариантов на дальнейшее движение. Здесь пока свои планы график, так сказать, не раскрывает особо. Импульс прошел, сейчас идет коррекция, а вот где она завершится, после которой будут лонги, пока неизвестно. Здесь диверов нет, чтобы отсюда получать разворот. Лаи понижаются, хаи понижаются. Здесь локально нисходящее движение, которое, в принципе, по-прежнему вписывается в прогноз со снижением до данных уровней. По Ripple нужно будет немного быть аккуратнее. Тем более здесь прошили уровень сопротивления, протестировали его снизу и пошли дальше вниз. По Ripple пока точки входа точно нет. Посмотрим монеты из комментариев. Dent. По Денту здесь не очень хорошо получилось то, что мы пошли дальше вниз. Получается здесь три волны наверх. Это коррекционная структура. А это значит, что с большой вероятностью Dent может пойти еще ниже. Здесь может быть только А, Б, и мы еще будем дорисовывать волну С.
И если кто-то здесь входил, то стоп у них еще не выбило. Смотрите сами, дожидаться, не дожидаться этого стопа. Но мы пробили пик волны 1 и бодро пошли вниз. И здесь у нас на всем протяжении этого движения вообще никаких предпосылок на вход не было. Здесь тоже 3 волны. Нормальная точка входа была вот здесь. То есть вот здесь можно было уже фикситься. На данном движении входить было бесполезно, бессмысленно, здесь нет точки входа. По-прежнему здесь структура желтого импульса, так сказать, актуальна. Пик волны 1 мы не пробили. И зона, куда тянется волна С, это вот сюда. Давайте сейчас промерим. Она, конечно же, она даже еще ниже. Она вообще вот сюда. Но это уже перебор. Поэтому ближайшую зону коррекции, конечно же, это предыдущие пики мы видим. Лои, точнее. А что касается точки входа, ее можно будет рассматривать только когда здесь будет какой-то вменяемый отскок. И, так сказать, когда эта монета нащупает дно свое, хотя бы локально, как было это вот здесь. То есть мы отскочили, скорректировали, здесь можно было входить, здесь пока никаких отскоков. Глобально по денту я также все еще жду движения до предыдущих пиков. По структуре мы не отработали еще пятую волну, поэтому здесь глобально прогноз все еще актуален. Локально можем сходить на перелой. То же самое можно сказать и про BitTorrent. В прошлом видео я это еще говорил, что здесь появился такой вот вариант, что мы пробили волну 1, так сказать, предполагаемую, и пошли вниз. Здесь также на данном снижении нет никаких адекватных отскоков. Здесь чисто коррекционные какие-то попытки пойти наверх. И также ни диверов, ничего. Здесь также в приоритете дальнейшее снижение вот сюда, в предыдущие лои. Глобально по битторренту здесь остается все без изменений. Вот этот хай с большой долей вероятности мы должны посетить после того, как здесь нащупаем дно и получим какой-то вменяемый разворот, точку входа. Вот этот хай вполне достижим. Больше 100%. Давайте еще глянем, какие-то монеты я отмечал из комментариев. Ада. Ну, по Аде здесь давно я уже не смотрю, что у нас здесь изменилось. По Аде мы улетели далеко высоко, и здесь уже на дневках имеем снижение объемов, снижение индикатора. Здесь точно никаких входов в лонги рассматривать я бы не стал. Что у нас здесь из локального, то можно рассмотреть последний импульс. Повышенные объемы, рост индикатора. И если локально смотреть последнее какое-то движение, то здесь прослеживается вот такой импульс, коррекция, еще один импульс. Локально здесь выглядит так, что это третья волна. Давайте поближе попробуем посмотреть. Но вот здесь зона, куда стремится третья волна, вот она. Практически ее уже добили. Здесь имеем дивергенцию на индикаторе, что говорит о скорой коррекции. Ну, здесь даже вот тени какие-то откупные идут, может даже и не добить до расчетной зоны. В кардана также не стоит сейчас входить. Потом ожидается четвертая волна, если все пойдет по плану. И пятая. Глобально размечать не буду, потому что здесь уже хаи-хаи. Смысла в этой разметке нет, тем более локально даже вот на хаях этих видно, что тренд ослабевает. Посмотрю монетку из доната. Шиба. Это новые у нас собаки. Как ее называют? Убийца Догикоина. Было бы что там убивать, но Маск хорошо это все дело пампит. Рынок вчера уронил Маск. Какие-то монеты поднимает, какие-то роняет. Обычные манипуляции. Он на этом зарабатывает. Что касается Шиба Иду монеты. На Binance она залистена недавно, поэтому смотрим на Полониксе. На месяце смотреть здесь бесполезно. Всего и второй месяц на Полониксе. Так, а здесь у нас что видно? Локальный лой. Вот здесь 1-2. Это очень резкая, очень большая волна 3. Сейчас мы находимся в четверке. И нас еще вполне вероятно может ожидать волна 5. Что касается уровней коррекции. Вот она, расчетная зона коррекции. Мы в ней уже находимся. Что касается именно структуры коррекции. Если смотреть на часовиках. Ну вот это нормально, кстати. Вот мы пришли в проторговку. Сейчас уже можно искать какие-то отскоки. Здесь видно уже на часовике дивер на лонг. Если здесь будет какой-то вменяемый заходной импульс, то на его откате вполне можно рассмотреть лонги. Первая зона, куда мы пойдем. Если здесь будет отскок, то это предыдущий хай, это вот здесь. С учетом того, что здесь цена у этой монеты такая очень маленькая,
то даже это небольшое движение даст больше 80%. А если будут разгонять еще хайп, то и опять она полетит дальше в небеса. Так, структуру я не посмотрел, да? Заходного импульса здесь пока нет, объемов нет, чтобы говорило о развороте. Но это больше похоже всего лишь на первый импульс. Волна А, Б, С. Что-то такое. Пока это выглядит именно так. Это не отменяет того варианта, что здесь могут нарисовать и треугольник какой-нибудь, и здесь треугольник и вниз. Множество вариантов коррекции, тем более в четвертой волне, могут пилить до бесконечности. Но локально здесь видно небольшую слабость на часовике, я показал. И если будет хороший вброс объемов и отскок, так называемый заходной импульс, то на его откате вполне можно брать со стопом за основание. Пока на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!